That I will show the real faces after all. Realize tomorrow's morning that yesterday you were protesting just against yourself. Я заждался. Я вижу, у тебя было время. Димон, что ты делаешь на моем месте просмотра за душем? Скажи, что и ты. Рассматриваю людей, размышляю. А может, я тебя ждала? Меня зовут? Знаешь, по правилам мы не должны с тобой видеться. Но я думаю, не будет ничего плохого от совместной работы. Согласна. Рассказывай, по какую душу наверх выполз? Я думаю, мы не будем ссориться из-за душ. Я не хочу быть один. Со мной что-то не то. У меня появился злобный, страшный враг, который постоянно рядом и дышит прямо в спину. Я думаю, не у меня одного было такое чувство, что что-то потерял, и найти это потерянное невозможно. Я иду с работы, слушаю музыку, и тут он останавливаюсь на пару секунд, чтобы с кем-нибудь поздороваться, поправить наушники или достать часы. Прохожу пару метров, и такое чувство потери, исчезновение чего-то мне нужно. Я снова останавливаюсь, смотрю, может, что-то выпало у меня из карманов, и в этот момент понимаю, что у меня исчезло. Этот враг рядом. Время постоянно кружится надо мной. Вот и сейчас он разделяет меня с моей любимой. Мы должны встретиться через целых 10 минут. Это сложно. Главное — научиться его убивать. Можно в хорошей беседе с другом. Можно во сне. Интересно, какое оружие я выберу сейчас? Здорово! Как дела? Чем нового? Я жду Елену. Мечтаю. Мечтаю, чтобы меня поскорее повысили. Чтобы в скором будущем снимать с любимой квартиру. Потом жениться, потом дети. Потом еще что-нибудь. Я счастлив. Ну, клево, конечно. А ты уверен, что любовь есть и что она взаимная? А, видел, кстати, не так давно Лену. Знаешь, мне показалось. А что, по-твоему, любовь? Что за чертова шляпа, которая одевается только на двоих и окутывает их во что-то приятное и на веки веков? И никогда не понятно, когда ее края сидят на двойной голове, а потом она целиком перелазит на одну голову, которая в бешенстве не может вынести безответные чувства. И тяжестью накрывает одиночество. А может, ты просто нервничаешь? Нет, ты главное не понял. Нельзя изменить себе. Надо дышать, жить, как последний раз. Просто каждый день, каждую секунду. Здесь и сейчас. Thank you.
Что изволите в этом кусочке рая? Говори ты. Нам нужно купить что-то ценное. Душу? Все ценное уже давно улетело. Либо вверх, либо вниз. Это еще нет. Это находится на перекрестке. Перевозчики еще только приближаются к ней. Это, конечно, печально, но хотелось бы вернуть ее к жизни. Ха, значит, мы с ним последняя преграда? Это забавно. Вы нам поможете? Сейчас заглянем в чудо-шор и примем решение. Смешно. Нам надо посоветоваться. А-а-а. Так душа погибла из-за вас? Не было на моей памяти, чтобы ангел с демоном душу крали. Хотя, это не наше дело. Нам надо с вас что-либо взять. Монета золотая за выкуп. Две, по одной с каждого. Хорошо. Ну что, душа уже живет. Я немного волнуюсь. Что я ей скажу? Мне кажется, ты меня разлюбила. Мне кажется, что между нами что-то не то. А может, она думает, что все хорошо? Или на самом деле отношения закончились? Я хочу... Зря переживаешь. Все, что не происходит, как говорится, все к лучшему. А если ты не видишь хорошего, знаю, но будет. Чуть попозже, может, будет. Просто так ничего не бывает. Конечно. Сидят два ангела и решают, и наблюдают. Чтобы все было по правилам, я в этом не сомневаюсь. У тебя было когда-нибудь такое чувство, что что-то не то? Что чего-то не хватает или хочется? И что ты не можешь понять, откуда это желание, и как тебе найти эту желанную часть? А может, это просто мой бред? Тебе нужно умиротворение, сын мой. Я, по-твоему, очень нервный? Ну, то, что тебя что-то волнует, это заметно. Знаешь, в принципе, если ты чувствуешь, что Лена — это та, кто тебе нужен, с кем ты хочешь быть всегда рядом, но, конечно, только рад за вас, совет вам да любовь, как говорится. Ты знаешь, я тут недавно у Веры в гостях был. Ну, ты же знаешь, я люблю ее. Так вот, кроме нас и звезд, и неба, ничего не было. Не надо много слов, не надо фраз красивых. Я просто смотрю на нее, вижу ее глаза, она смотрит в мои. Мы наслаждаемся телепатическим общением друг с другом. Я только рядом с ней, так радуюсь каждому новому рассвету. Слежу за порциями солнечных лучей, тех, что с дыханием ветра путаются в локонах ее волос. Хочу, но не могу найти ответа, только на один вопрос. О чем же она думает сейчас? Попытки угадать нелепы. Мне остается лишь не сводить взгляды с ее глаз. Я рад, что наконец-то понял, как это здорово, просто держать ее ладонь в своих ладонях. И я был без нее не полон. Ну, скажем, как без рома-кола. Бессмысленен, как кофе, лишенный кофеина. Дни без нее не просто проходили, а проходили мимо. Я знаю, что должен сказать. Но отчего ты так боишься, что после двух слов «я тебя» комком застрянет в горле лю? Ты мечтатель. Это здорово. Ну, есть немного. О, посмотри. Там какой-то мужик лежит на асфальте. По-моему, он пьян. Ага. Точняк. Слушай, а что ты думаешь о разложении личности? Мне кажется, это когда человек меняет свою внешность на что-то ужасное, и его уже абсолютно не узнать. Скорее всего, наверное, прежде он меняет свой внутренний мир, точнее, внутренний морально разлагается. Как следствие, это ведет к тому, что он перестает за собой следить. А ему наплевать на свою внешность. Внутри он меняется, к тому же его начинают не узнавать друзья, родственники, знакомые. Потом удаляются от него. Ну, и как следствие, вот. Да, я это представил себе немного по-другому. Вот, пошел я подругу провожать.